Извините, а гравицапа это что? Ну, гравицапа это то, без чего пепелац может только так летать. А с гравицапой в любую точку Вселенной за 5 секунд. Ребят, как же вы без гравицапа пепелац выкатываете из гаража? Это непорядок. У нас была гравицапа, но когда мы сюда прилетели, ее свистнули. Ха-ха-ха, здравствуйте. Не успели вы зайти в рулетку, а Одесса тут как тут. Я вас приветствую, Сергей. Здравствуйте, так... и внимательно слушайте, да? Так, очень внимательно, так и вам здравствуйте. Вы, надеюсь, уже поняли, что денег нет? Мы поняли, что даже бронетранспортеров не будет. Болгарских, не то что денег. А, болгары рассыпались, подымали, грузили, рассыпались. Вот просто от старости, они, знаете, мыши они съели. Даже не грузили. Они сказали, пока кто-то не заплатит, кто-то, намек вы услышали, кто-то не заплатит за транспортировку, кто-то. Угу. Показали пальцем туда, на запад. Не заплатит за транспортировку, Украина эти бронетранспортеры не получит несчастные. Слушайте, а у вас же недавно поймали какое-то расследование, там проводили против Министерства обороны, чертей 40 лимонов долларов нашли у них. Я вас умоляю. Мало. Тут каждый день умеют и каждый день находят. Что такое 40 миллионов? Тут по 120, по 130 миллионов уже ловят, по 200. Видимо, от вас пришел указ наловить. Подождите, а потом... а когда ловят потом, а деньги куда идут? Деньги передают другим, которых потом поймают или как? И те, которых поймали, передают деньги тем, кто поймал. Которых поймают в будущем, те, которые должны их будут в будущем поймать. Да, но пока это будущее наступит, они отчитаются перед вами. Вот, смотрите, есть бумага. Видите, вот поймали, вот столько денег у него конфисковали. Все, угу. Нормально, можете слать дальше. Кстати, вот поребрик был у тебя в прошлый раз, помнишь такой, который по ленинградскому говору, его надо определить. О, так твой... у меня с ним ролик выйдет с этим красавцем, вы что? Вот. Сидит, ждет в своей очереди, поребрик, да, крейсер «Аврора», блин, с Ленинграда. Это Виталя любит эти давать, у него моржи эти... Рыбьи глазы, а этот будет поребрик, я тебе говорю, ему подойдет. Так он хорошую идею предложил. Бедный родственник приходит к богатому и говорит, дайте денег. А потом ненавидит богатого. Вот можем сделать то же самое. Вы дадите нам денег, мы будем вас ненавидеть, но чисто бесплатно. А вы можете нас ненавидеть за то, что мы вам не дали денег? Вот просто вот ненавидьте нас вот так и все. За это мы вас можем ненавидеть, но это платная услуга. Но это дорого. Это еще дороже. Давайте лучше денег. Поребрик был прав. Поребрика поймаешь, сейчас он тебе расскажет. Он вчера был, Виталий его нахлобучил и пошел. Он бедный, вы знаете, его не понимают просто. Он ранимая душа. Он сюда заходит, чтобы всем сказать, что он из Санкт-Петербурга. У него санкт-петербургский... Не диалект, как он сказал, санкт-петербургский язык, во, язык, даже не диалект, даже не говор, это именно язык. То есть он сюда заходит похвастаться, а его люди понять не могут. Ну он такой весь, если ленинградец, либерал, а его никто, да. Он, видать, никто не хочет взять. Человека его не хотят понимать. Да, когда-то видишь этот, Киев хотел стать штатом, если ты читал этого. Паустовский, по-моему, это описывал. Киев хотел штатом стать Америки или префектурой Франции. Решали. Сейчас опять решают. А почему, так что, почему нет? Они всегда же кем-то были чьими-то. Почему нет? Вот они во время гражданской войны, это где-то в 19-м году, они собирались и решались, кем лучше стать. Префектурой Франции или штатом Америки. Мне вообще кажется, вот Россия лоханулась по полной. Вот сейчас меня будут ругать. Купили... Что-то купили. Правильно? Купили, заплатили ведь за это деньги? За что заплатили? За Киев. Не заплатили. Там не так. Вот все как говорят, заплатили. Дело было не так. Ну давайте как. Дали полякам денег за отказ. Причем так, поляки по-своему это крутят. А в России это так. Хотя в документе не написано точно, что дали именно... Вообще-то дали за отказ поляков от Киева. Вот. Ну, поляки больше не претендуют. Подождите, если вы продаете машину, я прихожу к вам,
я покупаю машину, то есть я покупаю ваш отказ от этой машины, то, что вы ко мне когда-то не придете и не скажете, это машина, правильно? Вот, это с точки зрения России так было. А с точки зрения поляков, они думают, ну, они это интерпретируют так, что Россия дала им деньги, на тогда Священная Лига собиралась против Турции воевать. Ага. Вот дали денег, бо поляки поиздержались, просто дали денег на обмундирование для войска. Вот. 146 тысяч, это ладно, там еще дали 200 тысяч серебра польским панам, которые потеряли эти имения. Ага. Так что всего было 346 тысяч. Ну так купили или не купили? Шатковалка. Честно говоря, очень валка так. Шатковалка. Так, а деньги вернут, пусть и разбираю, и все, и не шатковалка. Что тебе могу сказать, деньги вернули. Кто? Деньги вернули еще очень хорошо. Была такая война в 1738, называется «Война за польское наследство». Угу. И тогда польский король, который был от Франции, ну там в Польше, как всегда, один от России выступает, другой от Франции. Угу. Вот того, который был от Франции, загнали в Данцих, туда даже потом экспедиционный корпус французский 2000 пригреб и получил звездюлей. Это была первая стычка русских с французами. Так тогда, когда Данцик сдался, 2 миллиона уже серебром откатили. 346 и 2 миллиона. Понимаешь, да, разницу? Опять Россия откатила? Или это Россия откатили? Нет, поляки отдали. Поляки. А, поляки. Ты говоришь, да-да-да, вот. Так что русские пришли за своими деньгами. Нет, это неправильно. Нет. Если ты что-то купил, вот давайте опять же пример с машиной. Я купил у вас машину. Купил машину. Потом что-то у нас там пошел, какой-то конфликт, уже про машину забыли. Ну что-то мы с вами поругались. Я пришел, дал вам по башке, и вы мне дали еще миллион, чтобы я к вам больше не приходил. Машина при чем? Машина уже моя, она давно моя. Все, забыли про машину, это другие проблемы решаем уже. Это правильно, там есть в договоре, а в этом договоре нет, что именно Киев куплен. Нет, именно купчей, самой а купчей. Вот люди, друг, здесь, да? Люди пишут здесь, говорят, купчая есть, говорят. Пусть люди поинтересуются, хотя бы в Википедии, просто посмотрят этот договор. Нет там продажи этого Киева, нету. Конкретной продажи нету. Ага. Это предыдущие все как бы договора, Россия как бы оставляла Киев, ну там же эти, после каждой войны был договор о границах, кто кому чего оставит. И Киев, в каждой было договоре, что Киев остается за Речью Посполитой. А тут просто Речь Посполитая передает России, этот самый, московскому или как, государству, русскому царству, как хотите. Нету там, ребята, посмотрите внимательно договор, можете даже оригинал найти. Нету там именно конкретной купли-продажи. Ребят, вот нету. Вот, а вот пишет вот Гаврилов Валера пишет, да, что есть купчая с печатью. Ребята, вот... Есть договор! Знаете как, я как тот, вот знаете, и ты прав, и ты прав. Найдите и предоставьте, знаете, вот так вот. Есть договор о вечном мире, 1686 год. Да, это договор, и в этом договоре это все описано. Нет там купчей. Слово купчая, вот нет такого договора, что ты мне продал машину. Слово купчая не употребляется, просто что купили, не употребляется. Договор о вечном мире, все. Вот читайте договор о вечном мире, что там поляки отдают, что русское царство. Но все равно вот по итогам вечного мира, они, то есть вот сейчас, смотрите, даже вот сейчас какие-то договора происходят, то есть кто-то там, тот же самый возьмем Крым, вот был договор передачи, то есть или там акт передачи Крыма Украине. Опять же, его не продали, не подарили, его просто передали. Причем не Украине передали, а Украинской ССР. ССР, да. Украина к этому нынешнее вообще никакого не имеет. Да, да. Нет, то есть... не в этом дело, Саш. Дело в том, что когда развалили Союз, да, Россия, ну, опять же, договор же был, да, вечный этот, как там, дружба и сотрудничество, и подчеркивал, что границы, хотя демаркацию никто не проходил, ну, то, что, типа, вот, Россия уважает границы Украины. Это написано в договоре о дружбе, там, до 17-го года он, по-моему, действовал, этот договор. Угу. Вот. И так Россия отказалась тогда от Крыма. Какие претензии? Сейчас Россия Крым вернула. Но
опять я повторяю, ты правильно говоришь, Крым юридически Украина, фактически точно так же, как Киев тогда. Хотя русские войска сидели в Киеве в 1660 года, но номинально он считался польским. И пока они в 1686 не отказались от него, через 26 лет, хотя 26 лет там сидел уже русский гарнизон, уже там был русский город, да, считай, этот самый. Он оставался Речью Посполитой. Хотя... Даже если взять вот Киев в то время, да, опять же, налогообложение какое-то было, это было либо десятина, либо еще что-то, либо еще что-то, то есть... Я считаю так, когда сейчас спорят, знаешь, чей Киев, а чей вот это, а чей вот это, у меня ответ простой. Тот, кто собирает там налоги, тому и принадлежит эта территория, потому что, ну, так получается. Ну, сейчас просят, кто пенсии платит, того и Крым. Ну, да, и то же самое можно сказать, и кто пенсии платит. Но в основном, кто собирает налоги, тому и принадлежит эта территория, понимаете? Кто не согласен платить налоги, они выехали. Кто согласен и смирился, они платят налоги, значит, они приняли эту власть, которая там есть. Мне, опять же, мне так кажется. Ну, юридически пока Крым, Украина, вот когда все это закончится, сядут за стол переговоров, точно так, как в 1686 поляков посадили за стол переговоров, и будет написано, что Украина отказывается от Крыма, вот тогда и Крым станет и юридически, и фактически Россией. До этого времени будет вот эта драка. Драка с оттягиванием трупов в обе стороны. Тем. Будет. Или трупов, или как? Убитых. Мне непонятна вот такая вещь, знаете, вот это маниакальное стремление вот украинской власти. Мы вернем Крым, да, и вот, ну и народ за этим. Мы вернем все. У меня вопрос. А, опять же, не поймите неправильно, никакого сепаратизма нет. У меня просто вопрос. А зачем? То есть есть определенный... Чтобы было. Но есть, определенная территория, да, к примеру, есть определенная территория, населенная людьми, которые тебя, ну, скажем, не любят сильно так, и которые не мечтают, чтобы ты туда пришел. Ты туда приходишь, у тебя кроме проблем ничего не возникает. Вот кроме, у тебя и так проблем до хрена, а тут еще и сверху проблема получилась. Знаешь, потому как они к Крыму относились 23 года, да, по-моему, 23, да, Крым был в Украине. Их вообще не интересовали никакие проблемы. Там Крым просто вот, я просто из Керчи, я видел, что в Керчи происходило. Она просто умирала, просто физически, вот как можно, как человек умирает, да? Вот так же физически было видно, город умирал. У меня 6 одноклассников погибло. Погибло, не умерло, погибло за это время. От 35, до 40 лет. Погибли, просто погибли. Керчь умирала, город умирал, и весь Крым. А теперь они живут. У матери пенсия была $100. $100. Это еще при Януковиче, это еще более-менее. Сейчас бы она была где-то 5, этот самый, ну тоже где-то в районе $100. $100 это что? 10 тысяч рублей. У нее пенсия сейчас 28 500 рублей. Нахер ей та Украина? Я вот пару дней назад разговаривал с мужиком. Мне показалось, что он с Кавказа, но он говорит, он крымский татарин. Да? Прикольный такой мужик, классный. Меня тоже узнал, говорит, подписан. И он мне рассказал, он живет где-то в каком-то селе под Евпаторией. Деревня, село под Евпаторией. Такое ихнее, крымско-татарское. Я говорю, вот не без обиды, говорю, просто хочу спросить. Говорит, а вот среди населения вот вашего, как вообще отношения? Он говорит, ну вот смотри, вот у нас вот село, да, вот мы вернулись там в 91-м году или в каком, да, вернулись, все. У нас вот как дорог не было, вот так не было, света вообще не было. Сейчас у нас, говорит, все заасфальтировано, даже, говорит, вот в нашем селе все заасфальтировано, говорит, свет, говорит, мы света, говорит, не видели лампочку, только дома лампочка была. А тут, говорит, и свет, и все, говорит, ну куда нам возвращаться, куда? Вот сам, ну, да, говорит, подумал. Я говорит, и он мне сказал, он говорит, ты знаешь, я вот работал. Я, говорит, в этом году в Ташкент ездил, ну их в Ташкент же выселяют, то есть в Узбекистан. Он говорит, я в Ташкент ездил, говорит, мне хватило одной зарплаты одного месяца съездить, отдохнуть, говорит, целый месяц и приехать обратно, говорит. Тогда я себе не мог этого позволить, так куда мы, говорит, пойдем? Ну вот не разрешил мне видео выставить, говорит, не выставляй, не надо, говорит, не хочу. А вот... Ну, там понимаешь, у них там свои, у татар, а у русских там, ну, все-таки, знаешь, как тебе сказать, они хотели... своей республики, независимости, где они будут самые красивые. Но такого не получится в Крыму. Просто не получится. Тем более под их руководством. Да, они хотели отмазаться от Украины, ну типа там как-то к Турции прилепиться. А такого не получилось. Номер не прошел.
Они же прибежали первые под этот, ну, как тебе сказать, татары. Слово татары тут надо поименно называть, там, этот, Джамилёв, Махмуд. Джамилёв. Махмуд. Да, 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 когда они прибежали под этот, в 14 году под парламент, толкучка когда была, угу. Когда два человека подавили, когда вот. Они же прибежали, этот Меджлис собрал их. Кто-то уехал. Кто-то до сих пор там, как они там думают, что они себе думают, это трудно сказать. И как они себя поведут. Это пока не это самое. Ну, потихонечку, понимаешь, вот это все обволакивается, потихонечку как-то они в те входят. Вот. Слушай, Сергей, а вот что у вас говорят по поводу вот наших проблем здешних? Вот, интересно тоже, в свете того, ну, что происходит у нас. Украина сейчас самолет. Сейчас больше с самолетом, вот этот, Ил-76, а по Техасу особо нет этих. На Трампа гавкают, да, Трамп плохой, Трамп не хороший, Трамп хочет лишить нас союзника, ну, короче, денег, союзника, союзника то такое. Трамп хочет лишить нас финансовой поддержки и военной. Они не понимают, что они наступают на те же грабли, и причем второй раз. Ты помнишь, когда вот Трампа первый раз выбирали? Да, да, да. Кто у вас был? Министр МВД тогда был, вот так вот сидел, так в этом, в как его, в свитере там. Как его фамилия была? Аваков. Аваков, да. Аваков. И... тоже гнали на Трампа. Порошенко даже там что-то гнал на Трампа. Потом пришел Трамп, и они такие, ну, простите, дайте денег. Я помню, побежали кланяться и изменяться. Ну, теперь примерно то же самое. Ну, в России тоже бурно воспряли, там прямо этот. Америка довольно крепкая страна, империя, кстати, да. Все империи разваливаются, там какой-то фильм у вас сняли, там туда-сюда. Но не сегодня, ребят, и не сейчас, и не даже не этот самый. И не завтра, и не послезавтра. Так что не торопитесь. Так я же сказал вот людям, да, вот я смотрел ролики, где едут вот эти вот именно на охрану границы, даже простые люди, знаешь, даже не солдаты, а именно простые люди, вот именно, знаешь, как вот еще одной цепью встать, ну как... Ну, понятно. Закипишь, короче, да, понимаешь, закипишь такой, знаешь, и вот они едут, у них нету там вот флагов, например, там «Свободный Техас» или еще что-то, едут с американскими флагами, вот эти большие пикапы с американскими флагами, то есть никто против Америки, против целостности не выступает, наоборот, все в данном контексте, надо правильно понимать, это встали на защиту Америки, а не для того, чтобы ее развалить. Вот, ну, в российском менталитете этого понятия нет, тут если начали кипиш, то до развала страны доберемся точно. Вот Сергей Царев пишет, Сергей Царев вот пишет, да, России пофиг, кто будет президент Америки. Нет, ребята, Сережа, не пофиг. Не пофиг. Абсолютно не пофиг. Никому не пофиг. И прежде всего Америке не пофиг, потому что это для нее. Это их президент. Но пишет, говорит, России пофиг, кто будет президентом Америки. Не пофиг. В мире, в таких больших державах, как Россия, Америка, абсолютно не пофиг, кто будет там президент. Если это какой-нибудь там... Извините, пожалуйста, Зимбабве. Там, да, какое влияние на мир оказывает. Опять же, не оскорбить Зимбабве. Это примерно то же самое, что сказать, там, 2000 лет назад, кто будет императором Рима, нам пофиг. Не, ребята, не пофиг. Конечно, не пофиг. Конечно, не пофиг. Потому что царь горы, ребята, пока Америка. И с этим спорить бесполезно. Да, Россия хочет вернуться на пьедестал. Ну, очень тяжко будет, потому что эта игра, кто в детстве играл «Царь горы», ты залазишь, и все, кто лезет, к тебе спихиваешь. Вот то же самое происходит сейчас. Да, Хельсинкские соглашения пошли похеру. Да, будет передел мира. Да, карту можно, как вот в детстве, знаешь, мы перерисовали, контурные карты. Тебе давали голую карту, как хочешь, так и рисуй. Да-да-да, вот примерно то же самое. Карты стерты, можете вот взять глобус, в ноль его стереть, и по новой будет нарисовано все. Не все, но многое. В Европе точно. Не-не-не, это довольно-таки... Вот вспомните даже, когда выбирали канцлера Германии. Я вот просто смотрел даже российские СМИ, ну, в Ютубе, да, когда канцлера Шольца выбирали. Там Шольц и еще кто-то шел и говорит, вот, я же помню, о, Шольц там толковый, он умный, он экономист. То есть, ребята, российские новостные агентства... Честно сказать, топили за Шольца, блин. Вот серьезно. Поэтому не надо говорить, что нам пофигу, кто будет. Вам никому не должно быть пофигу. Иначе там твоих интересов нету.
Если есть твои интересы в чем-то, то тебе не должно быть это пофиг. Абсолютно. Ну? Да, и не надо, ребят, зла Америке делать. Они царь горы. Там есть другой друг, этот проклятый остров. Вот это главный враг. Дать по голове и все. Америке нахрен не надо вот это вот будет потом все. Ей уже не надо. Она все скидывает на Европу. Там англичане, ты же шаг вперед сделали и сказали. Мы и самолет наверняка их дело. Их дело рук. А спихивают, они... спихивают на них, спихивают, на, по-моему, на Францию и Соединенные Штаты. Поначалу Германию пытались впихнуть в это дело, там с их. Но потом Германию как-то этот убрали. Да, потому что там в Харькове накрыли их конкретно, там наемников накрыли, там, я не знаю, до 60, а может и до 100 человек погибло. И думают, что это французы. Нет, ребят, нет, это не французов работа, это англичане. Это их красивая вот эта гомнистость, красиво насрать, когда вот идет вот мир уже, вот-вот-вот-вот, да. Пускай не мир, пускай вот чуть-чуть хотя бы, да, там, сближение. Вот поднасрать это их. Разделяй и властвуй, разделяй да. и властвуй. Конечно. Причем, видишь, к оружию тут же украинцев не подпускают к этому. Хаммерсы, скорее всего, обслуживаются не украинцами. Патриоты обслуживаются не украинцами. Так что они, Саш, что хотят, то и делают. У него спутниковое наведение, он куда хочет туда стрелять. Ему дали координаты, он шмальнул. Ты знаешь, вот недавно вышел пост, видел тоже в Ютубе, украинский. У них есть такой новостной портал этот... Юмор и новины называется, юмор и новости, то есть это дебилы, блин, цирк, уехал, клоуны остались. Эти англичане придумали лазер боевой, типа, сбивает чего-то там самолет, и эти говорят, пришлите нам на испытание, понимаете, они уже свою страну, как испытатель, уже на простом уровне пытаются донести до людей, что ваша страна это испытательный полигон, а что после этого испытательного полигона на полигоне останется, это по барабану. У них у всех есть уже места. Знаешь, Украина похожа на такой стейк кровавый, по которому херачат молотками, знаешь, как отбивают отбивную, с двух сторон херачат, а вокруг только кровь летит и эти мясо. Вот это сегодня Украина. 1,2 миллиона было потеряно, это когда, в октябре. 1,2 миллиона. Это убитые, пропавшие без вести, раненые, которые на фронт не вернутся. Ноги, руки, да, там. Ну, некоторые прутся, но то такая. 1,2 миллиона. Я, у каждого народа, когда вот начинается война, да, все-таки есть гражданская особенно, есть стоп. Вот стоп-кран. Вот он потерял какое-то количество людей, понимает, что толку не будет, надо это самое. У этих нет стоп-крана, они готовы положить. Потому что внушили вот это до последнего украинца. Я сколько с ними разговариваю, и что потом? Не-не, Саш, уже стоп-кран сработал. Вот эти загоны в этих, в маршрутках, эти люди уже не хотят идти воевать. Стоп-кран уже сорвали. Все, люди не хотят. Ну, их гонят. Их просто теперь будут гнать на убой. Да, там есть конченые, там еще пооставались. Но их немного. Из, скажем так, 500 тысяч, которые начинали, да, которые встречали российскую армию. Ну, может, в живых, так вот сейчас, более-менее целые, 1200. Вот. Эти Айдары, Азовы там, и прочие. Слушай, а где вот этот вот Поросюк, вот эти тягнибоги? Эти не знаю. Даже не слышно. Вообще не слышно. А где вот где? Самый крутой у вас был в Верховной Раде? Мне так его прикольно было смотреть, этот Рабинович где? Рабинович тоже где-то выехал. Этот тоже ведет канал, как его друг из СССР, нет, как-то. Тоже где-то свалили. Они все свалили. Нахер? Да они еще свалили до это самое, числа 15 января. Мураев пропал, тоже да, такой, да, правдолюб был крутой. Где они все? Все правдолюбы собрали манатки и свалили нахуй, вместе с семьями. Обалдеть. Вместе с семьями, да, вы идите, помирайте. Да. И Гордоны все эти самые, все свалили. Вчера слышал заявление мэра Львова, что мои дети будут воевать, говорит, так же, как и все, но пока они учатся, типа, вот отучатся, потом пойдут воевать. Не отрывать же от учебы, правильно? Вот, да, тем более, что в Польше, в Германии... В Англии учатся. В Англии, да, так же. И уже скорее всего, что у них и гражданство есть, так что будут они воевать. Воевать они будут, это да. Верю. Хотя эти рвут у дела.
Вот такие у нас дела, Саша. Понятно. Ну ладно, не тебя, а то мы и так долго, людей и так выдержали. Давай, Серега, да. Слушай, ну ты классно. Кстати, в следующий раз покажешь печать, вернее, что нету купчей. Тут люди начали спорить, что купчая есть, а ты говоришь, купчей нет. Вечный мир. Открываете вечный мир или, как же он называется по... Бляха, забыл по-научному, как он называется. Просто открываете вечный мир с Польшей и читаете. Там все просто идет списком. Списком там, что за что, по что, по чем. Нету там купчей. Там просто это договор о мире. Все. Вот такие дела. Как примерно Ялтинская конференция. Кому что достанется. Ну, там не платили, правда. О, кстати, а где этот вот крутой самый Мустафа Наем? Он до сих пор у вас там этот, как вот, его? По обороне. Тоже не вижу. Тоже исчез. Скорее всего, тоже твои. Красавцы, блядь. Это вот эти гомники, которые устроили Майдан, только Кличко говном Киев заливает, а больше никого нет. Ну, ему надо, а то кто же без него. Что там со станциями, кстати? Вот, наконец уже и пойдем. Со станциями метро что? Заливают, откачивают. Заливают, откачивают. Откачивают, заливают. А, то есть они работают? Нет, станции не работают, насосы работают. А, станции закрыты. Ветка не работает, ветка есть, не работает. То есть те люди, которые в свое время заплатили бешеные деньги за квартиры, купленные в том районе, что туда ходит метро, я 5 минут от метро, теперь он снова 2 часа от метро езды на трамвае. Да, да, теперь он, да, на маршрутке. Охренеть, кинули людей конкретно. Да, 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 и они угробят. Ну, посмотрим. Ладно, Серега, ты держись. Удачи, спасибо, ребят. Серега, откуда он, понятия не имею. Ну, как где, откуда бы не было, классный мужик. Привет. Давайте, ребят. Серега, счастливо, да. Давай, удачи. Нет, Серега классный. Я понимаю это, ребят, это долго, но ну, Серега классный. Он... Кстати, посмотрите, что там с этим, с купчей. Я думал, что купчей все-таки тоже есть. Он говорит, купчей нет. Хотя, по-моему, знаете как, что купчая, что не купчая, договор был, отторжение территории было, мы ему даем территории, типа заключаем по этому поводу мир. Тут, хоть ты купчий назови, хоть ты не купчий назови, за это деньги получили, да, территорию отторгли, да, все, вопрос решен. Мне так кажется. На, с вас 6140 крабков. Откуда столько набралось? Кашу жрали, воду пьете и бандура. Бандуру вычеркни. Не берем бандуру. Положи.